поехали с Федей на это такси. Федя. Вон там на горе тут. Подожди, не знаю, где-то вот здесь, где-то вот там они, по-моему, самса. Вкусная? Нет? А где вкусная? Вы же местные, вы все знаете. Вот там сука вкусная. Мне знаете, что сказали? Говорит, смотри, что ты... Пока дошла, уже 4000 потратила. Ой, какие-то кофточки. Приехали отдыхать. Потом я, знаешь, я хирург. Вы сейчас работаете сегодня? Да? На данный момент работаете? Он так оставил. Да. Концерты, не концерт, когда местные выступают, все происходит. Парусами, да, кораблик стоит? Да, сейчас будем проезжать. Федя, помнишь, мы с тобой пешком ходили? Вот детям отправить. Спускайтесь, все есть, хотите покупать, ну вот она.
хотят видеться, они не слышат. Какие у вас конечные? Маяк. Маяк, да? Сколько оттуда до конца? Сотни. С маяка до конца 400 рублей. Вот на этом экотакси мы приехали. Какие-то появились. Это лысая гора. Лысая гора. А вот и моя, Федя.